Доброта Геноса Борман. Я благодарен вам за то доверие, которое вы мне оказали. Садитесь. Я вас где-то видел. Ну-ка, снимите ваш камуфляж. Да. Определенно я вас где-то видел. Верно. Когда мне вручали крест, вы сказали, что у меня лицо профессора математики, а не шпиона. Да. Но теперь у вас лицо шпиона, а не профессора. Рассказывайте, что случилось. Поехали в Анзе. Сегодня, 10 марта, войска 2-го Белорусского фронта вели успешные бои по разгрому померанской группировки противника. Войска 3-го Украинского фронта северо-восточнее озера Балатон отражали ожесточенные атаки крупных сил пехоты и танков противника. Ценой больших потерь вражеским войскам на отдельных участках удалось вклиниться в нашу оборону. Войска 4-го Украинского фронта при участии чехословацких частей начали Моравско-Остравскую наступательную операцию с целью овладения Моравско-Остравским промышленным районом с последующим ударом на Аламоуц и Прагу. Совершенно секретно. Личное дело Крайн Барбары, унтершарфюрера СС, 4-й отдел РСХА. Характеристика на члена НСДАП с 1944 года Крайн Барбару, унтершарфюрера СС. Истинная арийка. Характер нордический, стойкий. Безукоризненно выполняет служебный долг. С товарищами по работе равна и дружелюбна. Спортсменка. Беспощадна к врагам Рейха. Незамужняя. В порочащих связях не замечена. Дорогие дамы, прошу к столу. Вот уж не думала так справлять свой день рождения. С русской разведчицей и контуженным солдатом. Я понимаю вас. Вчера был день рождения моего мужа, я тоже думала отмечать его совсем иначе. Отнести ребенка в постель. Спасибо, Хельмут. Я хотела бы это сделать сама. Согласно инструкции, это должен сделать Хельмут. Прошу вас. Я поздравляю вас. Благодарю.
Рожать и кормить. Вот задача женщины. Все остальное химеры, выдуманные растленными буржуазными демократиями и сталинским режимом. Люди должны быть здоровыми и сильными. Нет ничего чище здоровых физиологических инстинктов. Я не боюсь говорить об этом открыто. Что вы имеете в виду? Сегодня с одним, завтра с другим, послезавтра с третьим? Это гнусность. Семья свята и незыблема. Но разве в постели с мужем, отцом дома? Прошу вас. Благодарю. Я не могу так же наслаждаться силой любви, как если бы он был вторым и третьим и четвертым. Надо освободиться от стыдливости, это тоже химеры. Если мы с мужем сможем любить друг друга так, как нам хочется, измен не будет. Женщина уходит к другому в поисках силы. Вы, вероятно,